Дисклеймер. Осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в видео, несет в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Эй, всем привет, добро пожаловать в FNAF Security Breach, a.k.a. DLC Ruin. Ruins. Все будем рулинить, как говорится. В прошлой серии мы, соответственно, добрались опять до Монти. Сейчас вот активировали одну эту, я упал. И благополучно... Сейчас мы обратно возвращаемся с того места, где мы вернулись. Также меня задолбал этот вирус в лице зайца, потому что он доставучий, бесючий. И также мы познакомились с скелетами. Вот. Что дальше? Что дальше? Также... мы увидели, как оптимизирована игра. Это вообще оптимизатор 10 из 10, потому что переход между маской в ванне и, соответственно, обычным нашим миром. Сука. Ой, ладно. Вот. Нам, соответственно, предоставили очень много гличей в плане того, что у нас тормозит игра. Также, если мы кто-то там, не знаю, почитал, не почитал, посмотрел другие видеоролики по поводу лора книжного, появился, грубо говоря, в нашей истории мимик, тот, который, по идее, Вильям Афтон, все остальное. Вот. По факту у нас Вильяма Афтона как такового нету. Есть у нас мини, который подражает Вильяму Афтону. И, соответственно, он использует его повадки и его... Все. Соответственно, он захватил управление в пиццеплексе. И поэтому вот так вот Скотт Коутон нам сделал приколы. Давай, появляйся. Не, не появляется. Ладно. Отстань. Что? Что? Ну дай нам пройти. Я хочу масочки попить. Да хоть поярче. С тобой. Монти, ты чего? Ты вообще откуда появился? Ты откуда появился, Монти? Меня вырвет. How did I get over here? А твой на своих двоих кукушки, если ты устал, почему бы не сделать тебе перерыв? Спасибо. Это ТП куда-то. Это тоже куда-то. Хорошо. А как с этим совладать? Мы же всех расфигачили. Чё, попрыгаю? Ладно. Мне кажется, это не то, что нам нужно. Так и знал. Ладно, ничего страшного. Ух. Не, ну это как раз вирусняк в форме зайца. В AR шлеме от Вани. Меня доставляет. Не могу к нему привыкнуть. Сразу говорю. Так, магнитик обратно вернись. К месту. Так, вернулись. Так, а зеленому провод мы решили с ним вопрос, да? Вроде бы да. Да. Подожди. Галюн здесь. Это на какой камере? На пятой вообще, которой нету. А, понятно, есть. Вот здесь. Галюн здесь. Хорошо.
Не, ну это самое сложное будет и глючное, как видите. Место? Договорились. Так, если что, я проверю на всякий вопрос пожарный. Здесь мы сделали, да? Все, мы здесь сделали все, все, что нам нужно. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Так, дебочка устала. Так, вот здесь мы были. Я не могу за тебя пробежать, я боюсь упасть. Не, это не вариант. Ладно, зеленый провод мы уже сделали. Монти, хватит там ерзать. Мы все видели. Все, Монти, отстань. Так. А здесь другого выхода нету, да? Лады. I'm gonna puke. How did I get over here? Отстань. Плохо. Не, я не могу сделать перерыв. Я слабо, что не упал, да? Так, желтое. Хорошо, ТП здесь. Идем налево. Так, нет. Нет, нельзя так. Хорошо. Это вот мы здесь. Договорились. А, вот здесь мы вроде бы были. Здесь мы еще не открыли, не отколупали никого. И все. Четыре камеры здесь показываются. Вай, объясните мне. Хорошо. Здесь мы вообще ничего не нашли. Это так, чисто по приколу. Я шароюлюсь, походу, из-за того, что я не смотрю, где провод. Да. А чё здесь? Что это такое? А-а-а! Я понял, если этот дебил... Иди сюда. Иди сюда. Ну чё? Смотри, что я умею. Опа. А ты так умеешь? А ты так умеешь? Давай. Покажи свой скилл. Давай, 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 давай. Всё? Это на все, что ты способен? Ладно, погнали. Раз ты такой дурачок, иди сюда. Монти, твою ж мать. Иди сюда. Мы залагали друг друге? А, нет. А ты здесь упоешь? Какого хера? Ладно. Понял. Я могу пробегать его, да? А он откуда тот? Как он телепортнулся, вопрос? Хорошо. Игрушку заюзали? Заюзали. Что мы здесь можем найти? Окей, мы здесь спускаемся. Вот здесь. Вот здесь. Есть Монти. Раз. А, он там внизу. Я понял. Отстань от меня. Я тут это... скольжу. Ты же понимаешь, что это не очень для ребенка, который... один.
Хорошо, где провод? Я же его видел. А. Так, окей. Стульчик. Хорошо. Окей. Или еще. Вот что это. Здесь опять 4 камеры. Раз, два, три. Че? А это что за камера? Не понял. Это что за камера? Это вообще смотрит вот сюда. Хорошо, возвращаемся. Ладно. Какая-то труба. Окей. Что ты творишь? Что, все? Сил нету? Horrible disaster. Я принял необходимые меры, теперь здесь безопасно. А ты можешь здесь везде сделать? Да, с моей помощью я сносил Хелпли, сигнал. Шутки, кролик больше не подходит. Ой, спасибо, Грегори. Ты такой умница. Спасибо, а то я уже задолбался, серьезно. Ой, это последний. Отлично. Все, я могу возвращаться, да? А это зачем? Хорошо. А мы можем здесь подняться, серьезно? А я могу в маске ходить вообще? Неограниченное время? Так, мне надо разблокировать, походу. Нет. А чё? Мне надо залезть. А что мне еще надо сделать? Отключи узлы безопасности, затем... Я самое главное забыл активировать. Главный узел. Узел. Хорошо, сейчас активируем. Окей. Так, и вот так вот. Вау. Вот это я прям как Грегори. Так, все. Открыли дорогу в ремонтную. Как я понял. Сейчас обратно идем. Сейчас садимся опять на катафалку. Чё? Чё? И чё? Действие AR и режим запрещено. Я же активировал эту тему. Я не могу здесь открыть. Кью. В смысле он... А, понятно. Понятно. В этом шли мне там. Понял. Все, бай-бай. Скоро буду. Так. Мне кажется, вам слишком темно вообще будет. Здесь? Время сообщения Help. Вот! Нашел. 10 секунд. А графика? Контрастность. Вот, яркость надо. Где-то на 70 поставить, да. Контрастность. Мне кажется, так. Все, вот теперь поярче видно, да? Так, ладно.
Смотрим, изучаем, что здесь. Хорошо, здесь ничего. Какая чья-то кровь. You did great. У тебя отлично получается, ты уже близко. You know? Откуда ты знаешь? Как ты все это делаешь? Я объясню. Когда ты доберешься? Эта тварь снова здесь, мне нужно прятаться. Кейси, умоляю, спаси меня. Спаси меня! Я удивляюсь, что взрослые вообще ни о чем. Единственный взрослый, мне кажется, был в... Ну что? Что же ты ждешь? Чего? Подгрузка текстур. Давайте лучше вы так будете делать, как, не знаю, в Half-Life в свое время. Первом. И потом, чтобы не было тормозов. Это было бы шикарно. Серьезно. К сожалению, у вас бесшовная игра не получается. Ты издеваешься? Я только спустился за подарком. Так. Кто? Что? Ты о чем? Смотри, где я? Это кто говорит? Игрушка Глэм Бонни. Глэм Фредди, во. Че? Так, этого чувачка надо отключать? Я не знаю, зачем я это делаю. Что, не переживай. Мы отведем тебя к родителям. Блин, бедные зарядки. I smell pizza, значит, это Чика была. I smell Penny. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, зарядись все проводники, хорошо. Мы это делаем. Мы заряжаем проводники, проводники, мы заряжаем. Заряжаем проводники. Так. О! Превосходно. Сейчас будет готовиться что-то. Я же прав? Так, что-то подгружается, меня это уже напрягает. Так, ладно. Это сейчас еще сделаем. Я, конечно, инженер. Я у мамы инженер. Так, чё, и чё? Так, коробки. Чика? Чика. Мы её, типа, душу слышим или что? Если мы в шлеме. Нет. Куда там? Я пока что не понял. Нам вот сюда не надо? Ладно. А вот сюда. Ладно. Так. Я куда-то залез. Хорошо, может быть, что-то мы упускаем. Какой-то провод. Там темно, не будь. Ой, не переживай. Блять. Собака. Я уже переживаю. Здесь я не забыл. То есть мне надо спускаться. Пусть. Да, я отведу тебя к родителям. Это бочки.
А, я понял. Я понял. Так. Хорошо. Вот так. Отлично. Хорошо. Что мне еще нужно сделать? Прыгнуть со скалы. Это тоже можно. Так, ладно. Я здесь вижу провод. Не, я туда не пойду. Мне туда не нужно. Здесь больше проводов, там дополнительные фигни нету, да? Ого, как дымит. Теперь я переживаю за тех людей, кто кушал здесь пиццу. На самом деле. Так, я активировал все три. Все три. Что еще нужно активировать? Dead Prod, что за что отвечает? А, все, открылось. Я же сказал, она должна открыться. Так, ладно. Блин, ну, конечно, неоновая тема, тематика, это вообще класс. Мне нравится. Так, медленно прошли, уже касцена. Блин. Ты же его убил! Убрал! Сейчас повернется. Hello. Меня выбросил из Вани сети. Избавиться от этого жуткого кролика? Что случилось? Он же он избавился. Похоже, что случилось. Обошла мою глушилку сигнал и активировала свою собственную. Эту вилару социо называется AR-инвидером. Вы не сможете использовать сеть Вани до тех пор, пока он не будет отключен. Ага. Понятно. Понял, принял. Все, я молодец. Сейчас будем ингибитор этот искать, который отключается. Так, Чика, привет. Не падай! Ой, это было больно. Господи, что ты творишь? Эй! Какой кекс, блин? Взял, сбросил меня. Вообще-то я хрупкая маленькая девочка. Зачем ты меня сбрасываешь? Охайо! А? Я все вижу. Ты сомнишься. О, Чика. Ты че? Хватит кекс за мной следить. А, заеб... Зашибись. Ебаный. Ты что творишь? What is that stuff? Что это за вещество? Какой-то странный электролит? No, в этой штуке. Ой! Ням-ням-ням, да? Чикен скушал. Ага. Я так и понял. Окей. Нажмите мигающую кнопку. Enter. Грегори! Грегори, ты меня слышишь? Hey, that's my voice. Это мой голос. Скажи клёвый трюк. Для этого я использовал образцы твоего голоса. Опытные сотрудники используют подобные записи с интеркома, чтобы направлять аниматроников в нужное место. Ну или к местам раздачи автографов и проведения фотосессий. Грегори, are you there? Хорошо. Выходим. Вот опять. Они оптимизацию, что ли, не могли делать?
Да ёлки-палки. Ой. Так, вот это фигня, да? Что мне нужно с ней сделать? А, это чтобы, если что, я бегу. Спасибо. Я понял. Я так и понял. Ничего. Это не работает, нужно выключить этот ингибитор. Но я же подошел к нему! Наконец-то я смогу использовать маску снова! Так, ладно, первое отрубаем. Я не знаю, зачем я их отрубаю. Вау! Класс. А, я не могу отключить, серьезно? А! Ой, ладно, давайте на этом в следующий раз. Как говорится. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Ты что загружаешь? Подписывайтесь на канал. Комментируйте данное видео. Приглашайте своих друзей на просмотр. Всем удачи, всем пока.